Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден искать поддержки среди других партий. По итогам парламентских выборов центристский альянс под названием «Вместе» лишился абсолютного большинства в национальном собрании. Так, на следующие 5 лет союзники Макрона получили 245 мест в парламенте. Для большинства им не хватило 44 места в палате из 577 депутатов. Теперь для проведения реформ французскому лидеру придется создавать коалицию. Глава государства ожидает, что правительство продолжит выполнять свою миссию. Он намерен искать конструктивные решения, сообщил один из представителей администрации президента информационному агентству AFP. Из-за политической раздробленности союзникам Макрона придется искать компромиссы с остальными партиями по каждому законопроекту. Он уже встретился с главой республиканцев. По итогам переговоров Кристиан Джейкоб заявил, что его правая партия отказывается от формирования коалиции с президентским союзом. А лидер социалистической партии Оливье Фор после встречи отметил готовность оказать поддержку Макрону, но при условии, что президент примет во внимание некоторые идеи его альянса. Выборы этого года – первый за несколько десятилетий случай, когда действующий президент не имеет законодательного большинства. Такое в истории Пятой Республики случалось лишь однажды. В 1988 году президент-социалист Франсуа Миттеран не смог добиться абсолютного большинства и в течение следующих 5 лет был вынужден договариваться с другими партиями. Если Макрону не удастся заручиться поддержкой оппозиции, то Франция, скорее всего, столкнется с политическим тупиком, резюмирует автор. В конечном счете ему придется распустить парламент и назначить новые выборы. Использование данных пассажиров авиакомпаний должно быть ограничено. А заявление Верховного суда ЕС передает агентство Reuters. Директива о регистрационных данных пассажиров была принята еще в 2016 году. Согласно ей, сотрудники полиции и органы юстиции имеют доступ к информации об авиапассажирах, прибывающих и покидающих ЕС. Данные используются для борьбы с серьезными преступлениями и обеспечения безопасности в блоке. Но правозащитные организации заявили, что сохранение и получение конфиденциальной информации правоохранительными органами является неоправданным посягательством на неприкосновенность частной жизни. Окончательное решение в итоге принял Верховный суд Союза в Люксембурге. При отсутствии подлинной, настоящей или предсказуемой террористической угрозы для государства-члена европейское право исключает национальное законодательство, предусматривающее передачу и обработку данных о рейсах или транспортных операциях внутри ЕС, говорится в документе. Пользователям Facebook и Instagram не придется делиться своей прибылью с платформами до 2024 года, пишет издание The Verge. Таким образом, компания Meta продлила срок еще на год. Сегодня авторы контента получают доход с площадок благодаря подпискам фанатов, мероприятиям, отметкам и прочим методам. По словам главы IT-компании Марка Цукерберга, пользователи смогут зарабатывать и на совместных подписках. Создатели контента вправе предоставить своим платным подписчикам с других платформ доступ к группам Facebook. Также появится возможность получать денежные бонусы за создание популярных рилс. Еще авторы могут получать средства от видео, созданных в Instagram, которые размещены на Facebook. Также расширится функция Stars, которая позволяет оставлять так называемые чаевые. Отмечу, компания старается добавлять все больше способов заработать средства, стараясь переманить их с TikTok. Meta уже тестирует похожую на нее платформу для создания контента, где авторы и бренды могут найти друг друга. Воздухоочистители предотвратили снижение интеллекта у детей. Результаты научной работы опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives. Кратко о них рассказывает Medical Express. Так, ученые университета Саймона Фрейзера связали снижение интеллекта у несовершеннолетних с грязным воздухом. В исследовании участвовали 500 беременных женщин из Улан-Батор, столицы Монголии. Исследователи изучали связь между течением беременности и плохим качеством воздуха. У испытуемых был срок менее 18 недель. Они были некурящими и ранее не использовали устройства для фильтрации воздуха в своих домах. Всех участниц рандомно распределили в контрольную группу и группу, которой предоставили один или два воздухоочистителя с фильтром высокой эффективности. Им было рекомендовано использовать устройство непрерывно на протяжении всей беременности, а после рождения ребенка их убрали из дома. Позже, по достижении 4-летнего возраста, детям измерили полномасштабный коэффициент интеллекта по тесту Векслера. Оказалось, что у детей, рожденных от матерей, которые использовали воздухоочистители, средний показатель был на 2,8 балла выше, чем в контрольной группе. Дети в этой группе также имели значительно более высокие средние показатели индекса вербального понимания. Исследование показывает, что вербальные навыки ребенка могут быть особенно чувствительны к воздействию загрязнения воздуха. Результаты анализа доказывают, что снижение воздействия загрязненного воздуха во время беременности может улучшить когнитивное развитие детей во всем мире.